Так, продолжение прогулки по улице Ленина. Сегодня 10 января 2021 года. Около полуночи время, Ленинская пустая. В первой части мы прошлись по площади Ленина. Теперь уже подходим к Александровскому мосту. И у нас в перспективе стоит эта елка несколько необычной, такой конической формы. Заказчик попросил ее снять. Вот идем снимать. Здесь тоже стоят эти светящиеся дубы, очень красиво. Очень красиво. Очень, очень. И мы с вами вступаем на Александровский мост. Форма этой елки, конечно, странная. Ну, каких только елок у нас в Орле нет. Есть и классической формы, обычные, и живые даже кое-где. И такая, и еще возле городского центра культуры на Стреле. Елка из подарков. И, по-моему, еще такая же в детском парке. Александровский мост. Украшен так хорошо. Гирляндами. Мы сейчас бросим взгляд назад. На улицу Ленина. Туда, откуда мы пришли. Ну да, в темноте не особо видно, конечно, хорошо. Давайте приблизимся к елке. Народу никого. Ну, холодно где-то. Может, минус 5 сейчас, может, минус 6, не знаю. Вот такая елочка классная. Вот такая. Стоит, переливается нам на радость. Ну, гирлянды свои раскинула. Нестандартная наша. Городская красавица. Потому что в лесу таких елок не бывает. Зайдем с той стороны еще посмотрим. Там у нас дали сквер Ермолова. Так, а мы смотрим на елку с этой стороны. Ох, какая красивая елочка. Просто замечательная. Так, теперь бросим свой взгляд, взор на реку Орлик.
красиво так освещен банк. Замечательно. Река Орлик, как мы видим, замерзла. Очень красиво все. Кстати, виднеется полынья. Думаю, что там сток какой-то есть теплый. Потому что там вода не замерзшая, видно. Ну ладно, это все мелочи. Посмотрим еще на ту сторону. Ох, как красиво. Там вдали виднеется Тургеневский мост. Собор Михаила Архангела виднеется. Хороший стабилизатор. Не отключается на холоде. Руки мерзнут, а он, главное, работает. Так. Что там? Интересно, что-то. Телефон уже барахлить начал. Ну ладно, в принципе, я снял все, что надо. Холоде, наверное. Все, что надо, снял. Так, возвращайся домой. Спасибо вам за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла. Наверное, на ветру что-то происходит. Все равно не знаю. Сфокусировался. Собор Михаила Архангела. Не могу это даже объяснить почему-то. На мосту почему-то телефон расфокусировался. А вот отхожу, например. Может, ветер так влияет, не знаю. Интересное наблюдение. О! Так нормально. Наверное, ветер все-таки как-то влияет на камеру. Ну, правда, холодно. Электроника импортная, а мы с вами люди русские, морозоустойчивые. Еще раз посмотрим на елочку. Вот какая она красивая. Прям руки расставила. Вот такое видео ночное. Всего вам доброго. С вами был Дмитрий из Орла.